Давай. Кто еще вышел? Нормально. Башка, правда, неровно как все держишь. Ну-ка давай. Конь! Конь! Да, улетел. О, смотри-ка. Так. О, полупроводник забрал. Отлично. Так, что-то еще. Внизу еще мерзкие твари. Ну-ка, бам. Ну-ка, давай еще бам. Давай. Ну как тебе, нормально? Ах ты мразь, смотри, он хвостом фигачит. Отлично. Все, прыгай. Бам. Вверх ногами. Ах ты. Куда ты делся? Так, давай, давай, урон, нормальный. Transport will resume momentarily. All hands, stand clear. Resuming operations. Так, вот ящик запрятали. Так, аптечки только маленькие будем сейчас использовать. Все. По полной. Так. Ну ладно, давай, нам сюда же, да. Ой, да, навозился я с этим. Целился. Аптечки маленькие напихают. Давайте средние. Конечно, я, может, что-то и пропустил, ну ладно. Опять маленькая. Санина КССК. Замечательно. Так, ну нам вниз, да? Конечно. Давай, погнали, чё. Шпяу, давай. Ой, я кому по... Давай. Ой, что это? Почему не взрывается? Он сам себя сюда. А-а-а. Там что-то это самое, глючит или что ли? Давай, уклоняйся. Меня жрать по... Да, попал вроде. Примерно в точку, давай. Понька. Чё, сдох что ли, реально? Подожди, подожди. Давай, давай, пожалуйста, давай, пусти. Вот это мразь. Вот это же сранец, смотрите. А, блин, бочки там рядом. Да, там что-то красное я вижу. Так, что-то там подобрал. Тронул какой-то ускоритель. Короче, надо этот... По верстаку еще смотреть. Там какие-то модернизации есть для оружия. Помните? Верхний что-то... Преобразователь. Я не помню еще. Ну, завалить его или нет? А, бомбануть он туда. Это что за нахрен? Вообще, гранатометом его туда шарахнуть надо было. Дика. Ладно, не пойду так нажимать. Кто палит? Ты палишь? Брать. Завались. Отлично. Завалился. Молодец. Че, эта штука ломается? Че? Пулемет, что ли? Погодите. А нам сюда, да? Да, о! Взлом. Что за артефакт? Защитный кожух. Что-то я пропустил, что ли? Ладно. Еще вот что я хотел.
Во. Вот это по-нормальному сейчас аптечек дают. Так, ну что. Опять взлом. Так, это вот сложнее чуть-чуть. Спокойно, самое главное. Нет, давай сначала это пропустим, а то мне так удобнее будет. Так, это сюда. Нет, это лучше сюда. Потому что мне потом, я с клавиатурой запутаюсь, как первый раз, помните? Не первый раз, а этот. Один из разов. Ну, сейчас уже тут несложно догадаться. Наверное, благо из-за того, что я не ошибаюсь, ну, в движениях, он не блокирует. То есть не начинаешь заново, если случайно ошибся, например, не ту клавишу нажал. Давайте. Неудачно у вас. Никчемная система у вас. Послушай, что-то сказано. Выключи это. Мы думали, вот он ответ. Вот он ответ. Но мы заблуждались. Луна была источником сигнала. Источник безумия. Сделал нас единым. Это ведь не крик о помощи, а призыв к действию. Мы оказались теми глупцами, которые ему последовали. Чего? Чего, чего? Так, сразу смотрим. А зачем нам новый костюм? С броню вроде не дают никакую. Не дает никакую. Хрен узнает. Так, давай, красавчик. Собирал нормально. Соматический гель, правда, побольше бы. Так, что? Вот, смотрите, вариатор. Вот, стандартный вариатор. Для верхнего тоже есть... Собака. Верхний тоже есть вариатор, видите? Вот что это? Верхний. Эти стыкуются... Оружие модифицируют модуль. Ага, смотрите. Так. Полуавтоматический, видите, вот что делает. А здесь что он делает? Он уменьшает ущерб, правда. На скорострельности количество патронов увеличивает. На здесь что у нас? Пулемет. Урона вообще не к фигу. Давайте вот поставим вот этот все-таки, мне кажется. Далее. Насадка. Самозаряд. Это ж... О, давайте посмотрим. Самозаряд. Эти, так. Перезарядится автоматически. Вот это, кстати, хорошая тема. Стазисная оболочка. Вот видите. Зарядом стазиса. Давайте вот эту. Так. Станина. Дальше. Насадка. Вот, смотрите, тут есть что-то. Лишний патрон, защитный кожух. Стазис поддержка. Также подзаряжается и подзаряжает и напарник. Это понятно все. Оптический прицел. Нет, пока нам не надо. Давайте смотрим по. Так, стазис. Стазис. Знаете, что я подумал? Давайте самозаряд, наверное. Это что такое? Для нанесения меньшего. Урон огнем. Модифицировать боеприпасы для нанесения меньшего урона огнем. Чем меньшего? Давайте самозаряд. А вот для... Сейчас кое-что сделаю. Вот это уже другая тема. А вот для этого мы сделаем как раз-таки насадку стазисная оболочка. Вот. Вот это да. Вариатор для нижнего, я так понимаю, да? Компрессор. Ускоритель создает бесконечные мины. Здесь у нас зажигательные гранаты. Да. Ну, что-то-то надо поставить, чё, электромагнитный ускоритель. Компрессор. Создает часовую мину, которая крепит скорострельность меньше. Тут вообще урона нет, смотрите-ка. А вот здесь вот у нас... Ну, давайте вот это попробуем. Я не знаю, что это. Вариант... Правда, это как граната какая-то. Вариант верхнего. Давайте посмотрим, что. Так, компрессор. Вот, для магнитная волна. Пулеметного залпа. Количество патронов увеличивает. А это что? Так, ущерб больше. А, скорострельность меньше. Количество патронов. Так, ну что лучше? Магнитная волна. Давайте вот это попробуем. И насадка. Что это? Защитный кожух, стазис поддержка, оптический прицел. Лишний патрон. Почему бы не поставить?
Все, красавцы. А, вот как раз таки тут и модификации, да? Все, теперь посмотрим, что у нас получилось. Сейчас, что за оружие? Конец игры что-то начал делать нормальное, да? Если это нормально. А, о, смотрите, прям оружие как преобразилось у нас. По патронам у нас... Тут все шикарное, выходит. Все, и костюмчик новый сейчас закупимся сразу. Так, элитный костюм разблокирован. Конечно, элитный, ты что-то хочешь. Подожди, а где он? А, вот. Во, е-е-е. Оснащенный передовыми технологиями поддержания жизни и биофизических параметров, этот костюм используется на передовой штурмовиками 401-й дивизии КССК. Ты меня еще спрашивать будешь, нужен ли костюм? А давайте, что будет, если самый первый? Ну, самый первый костюм поставить. А ну, в предыдущих частях они просто броню добавляли и емкость... А, емкость в рюкзаке вот еще что-то увеличил. Емкость рюкзака. Но остальное ничего не меняли. А вот здесь еще и броню надо качать. Прям инженер. Так, красавцы. Так, улучшайте здоровье, броню и запас кислорода. Что там у нас по броне? 750. Улучшаем. Здесь не хватает геля. Воздух нам не нужен. Стазис. Что у нас тут пишут? Вольфрам. Нам нужно увеличивать количество выстрелов. А, увеличивать количество выстрелов. Ну, давайте качнем. У того у нас уже, наверное, 4 выстрела, если не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться, так что ничего. Но уже на 2 единицы вы, увеличили. Так, что у нас по оружию? Смотрите-ка. Подожди, а давайте, чтобы место оно не занимало в рюкзаке, вот эта вот штука. Так, мы использовать не можем. Давайте сразу это самое, загоним его. Ну, чтобы он отобразился там, мы его для верстачка. Все, красавчик, пошли. Может, мы что-то улучшим? Ну ладно, не будем задерживаться. Итак, теперь мы, вот у нас преобразовалось. Эй, это что так? А, это зонт наш, смотрите, 20-ка уже здесь, а было 10. Или 5 было вообще. Здесь 4 увеличилось. Что это? Это стазис, да? Да, это стазис. Так, я просто никого не вижу там. Так, вот эта тема из второй части, это я помню. Она не сильно взрывается. Но ее просто так... Бомбануть надо. Чем-нибудь можно было, но нечем было задевать зал мечи. Так, что тут с него выпало? Металлолом. Так, промахнулся. Его ничего не падает, наверное. Так. Погоди, мне тут надо смотреться. Ну, давай сюда. Бам. Аптечка маленькая. Так, и все, и включаем. Погнали вниз. Ой, блин! Что-то я не видел их даже. Знаешь, я еще жив. Эй, эй, давай, давай, стреляй в них. Ой! Ну куда? Давай, бахни в них. Никак? Никак, что ли? Почему-то у меня прицел трясется. Наверное, они попадают. Давай, давай. Тихо, тихо, давай. Перепрыгивай. Зонт попробуй. Ну давай. Давай. Есть. Есть. Давай последнего. Да, детка. Кто взрывается? Бля, ой. Детки, второй части. Как-то все сложно стало, давай. Проблема в том, что...
проблема во всем, короче. Давай, давай, прыгай быстрее. Что там произошло? Ой, блин. Как бы, ну да, мне с ним махаться надо будет. Что с ней делать-то? Вот смотрите, он заморозит ее в стазисе, видите? А мне вниз спускаться или куда? Да, эй, верни! Да, еще чуть-чуть там не успел собрать себе. Хорошая вещь, вот как стазисом пользоваться надо. Надо просто читать внимательно. Кто еще там, жив что ли кто-то? Давай. Все, теперь они замораживаются под стазисом. Эта хрень еще жива, давай. Я готов принять вызов. Прыгай сразу лучше. Не надо было прыгать. Давай, морозь. Лучше валим отсюда. Давай, давай. Давай! Ну! Есть! Там, конечно, ящики были, но ладно. Может, и убить надо было эту штуку, чтобы она нам в дальнейшем не мешала. Все, круто, чё. Вот это пушки и так пушки, вот это я понимаю. Давай. Включай. А сколько там вниз? У нее же башка будет скоро болеть. С такого давления. Ну, задолбало это. Вот, блин. Давай. Упс, извини, вот надо было защитный кожух брать. Бери. Аптечку. Фига из-за Геракл, даже такой. Началось. Вот мне не нравится единственное, что очередями стреляют. Патрон лишний тратит, если такие твари. Что-то еще и кашу я немного. А, подожди, может быть их это... Во, вот так вот надо их. Самих их брать и на таких же, как они, бросать. Это что такое? Я ж слышал, я что... Да, что-то я там подобрал. Это лестница, что ли? Давай, сейчас будем взрывать, когда эта штука здесь поближе будет, давай. Морозь, чтобы перезарядиться. Давай, давай, давай. Дохла. Стой. Что-то там с нее выпало, там еще раньше. Фу, нормально, че. Так вот эти вот твари меня напрягают. Это все нормально. Тап нельзя нажать, ну жалко. Так, что это такое? Блин, да сколько их? Порежься там уже. Наконец-то. Вот еще какие-то штуки. Это, наверное, то, что от них осталось. Так, а что мне тут? Замораживать надо? Ой. Она здесь, что ли? Я ее даже не увидел, эту хрень. Давай. Я думал, она там где-то далеко. Ой, мне это завтра. Жать Е, да? Или мало ли F, может быть. Е. Так, теперь она сейчас падать будет, да? Отбегай в сторону. Да, я, кстати, твой костюмчик даже не разглядел толком. Now. Isaac, you all right? Karma, he's here. He's headed to the machine. Can you reach him? I'm trying.
Find a way into the city. We'll try to meet up on the way. Так. Чё я не понял? Я задумался. Так, давайте. Здоровье бы так устанавливалось. Все. Так, сейчас мы тут все раскрутим, все заработает. Ну, кстати, что нам-то по заданию-то забыл? Забрать вот то же самое.